посадили фамильяров, они сейчас останутся атакой. Есть DreamCoil, неплохой по двоим, вырывается под эпицентром, КК начинают разматывать. Пошел экзорцизм, нужно зафокусить. Хороший Sonic Wave по троим, KP пока живет. Есть и ул. Экзорцизм наносит тонну урона просто. Станчик, фокус по KP. Дроу Рейджер пытается настреливать, но под Solar Crest у KP не остается шансов. Он минус. Расстреляли также и Дроу Рейджер. Но тут остается собирать сливки, скажем так. Собирай халяву. Будет попытка выхода на Нунчика, наверное. Да, поймали в лассо. Есть еще Сайленс у Пака. Переживет ли Ноуан? Слушай, я... Должен пережить. А он-то переживет. Ноуан еще дэмэдж нанес. Ноуан еще дерется до конца. Ноуан, что ты делаешь вообще? Воу-воу-воу-воу! И это даблкил как минимум. Соло ультимейтом наносит много дэмэджа. Это... И... назову это так. И могут поймать Свена, ловит его 1-4-3-7, попадает стрела. У него есть уже БКБ, но пытались его не выпустить из стана. Рубик был рядом, Рубик погибает, Свен отбегает, бросает всех своих тиммейтов. Шейкер также здесь погибнет. У Мэйби хорошая позиция, Мэйби должен сгореть как минимум Тимса, хотя там работает Глиммер, Тимс выкопался, Мэйби. Нет, никого он не сгорит. Когда тебя бьет Лихантроп, ты умираешь очень-очень быстро. Наш Синкер. Цепили, Лотус Орб сработал, пошел гель, Хекс висит также на Бульбе, с трипл Си выходит. Эбиса Блейд, попытка убить Бульбу, Бульба пока живет, Бульба должна добить Бульба, Шелл Грейв, как же много времени выиграет Бульбу, купается уже Сан Кинг, погибает Бристлбэк, Бристлбэк также делает байбэк, Обед пока живой, Обед уходит в фейшифт. На Экипи уходит назад, КК обрывается на пит-центре, попытка убить Нечит Профит, очень много урона, может добить Форева, Форев Глиммер Кипи, моментальный детекшн, пошел Хекс, можно добить Форева, Форев, но если что, он выкупится, придет назад драку, Форев до конца, Шелл Грейв, отличная игра от дуба, Форев выиграет уйма, времени уходит на телепорте, но нет, его отменяют, должны добить Форева, Форева добивает, Форев оказывается без байбека, у него висит, видимо, таймер, погибает также Эликан, это трипл килл от Муги, Обед еле живой, Обед получает Эбисал по лицу, погибает также и Пак, минус 4, остается лишь один Бульба, он также отправляется в таверну. Трипл Си, но он с БКБ. Его можно поймать до БКБ. Шот, Лассо, Дрим Койл. Пытается моментально Ликан. Ликан убивает просто в секунду. Бульба под фолс промисом врывается. КК хороший эпицентр по двоим. Обед еле живой, но живой. Бульба. Вакуум хороший по четверому. Дарксира врывается. Трипл Си сюда. Бульбу убивают. Дубы еле живой. Пока размен 2 в 1. Трипл Си пошел дальше за Дубу. За Мейсона. Надо убить Дубу. Дубу погибает. Проблема будет и у Мейсона. Сайленс. Дарксира должен добить. Дарксира погибает. Но и должен погибнуть Мейсона. Трипл Си. Мейсон. Ушел же до Блейд. А детекшена-то нет. Трипл Си без дастов. Трипл Си также может погибнуть. Трипл Си дерется до конца, но погибает здесь. Погибает и Фейт. Это разбил лассо, и Станчик тоже пошел. Весь контроль уже закинули в S-Triple-C. Контролит Рамзеса, Мистик Снейк уничтожил все иллюзии. S-Triple-C бежит отсюда. Есть мана пока. Визаж помочь нечем. Медуза погибает на 50 секунд. Надо палить остальных. КК скушал стики, пока еще живет. Есть подкоп, но Нуана не взять. Под минус армором, но Нуан живет. Рамзес. Надо бежать, ВП. DreamCoil по двоим. Рядом Висп. Рядом Висп должен спасать. Здесь сзади KP. Надо съедать Виспа. Лил погибает. Станчик на 2 секунды. Если таймлапс у Вивера он есть, возвращается на фул ХП. Рамзес еле живой. Трипл килл очередной от Муги. И можно продолжать. Но One тоже погибнет. Ультра килл от Муги. Минус 4 это, от Ньюби. Это рэмпейдж от Муги. А он еще сказать. И соло догоняет. Нет смысла, наверное, пить Шрайн, но Соло решил выпить. Рэмпейдж от Муги. На последний момент ловит Рамзес. Рамзеса. Паша далеко. Паша не достает. Но сейчас но уже нет смысла. Но под Солоркрестом разваливают очень быстро. Да, поймали Пашу. Вроде потом тут же Соло пытается что-то сделать. Паша рядом Вивьена может дать отличную курсу. Выдает курсу на Рамзеса. Здесь ставится блоку команд. И ну, все, здесь все. Будут ВП погибать. Да, Соло пытается дать ультимейт. Он погибает уже быстро. Но Уана сейчас запилит. Ничего не может сделать. Минус 4. Последний остался Лил. Это ГГ. Но все это происходило в ультимейте Манки Кинг. Да. Тем временем у нас смоук выход и от одной, и от другой команды. По 5 человек в смоке. И наступят скан сейчас Virtus.pro. Полным составом наступает скан. Прыжок просто прямо на... Поймали XXS. Очень больно может быть XXS. БКБ OP. Есть глобал. XXS избивает на хайграунде. XXS умирает. Это первый фраг в этой драке. Отбегает немножко IG. Рамзес. БКБ сейчас закончится OP. Рамзеса вытолкали подальше от команды. Бегает Лил. Пытается поймать кого-то еще на карапейс. OP. Тут же в драке. Тут же его Леха забашил. Проблема огромная. Стенку поставили. Есть Вукон командовали. Неплохой, но Рамзес
пилит Бабоку. Бабока не знает, куда ему уйти. Коса залетает Рамзеса, не добивает его Рамзес. Жил, это минус 3. В размен на одного Леху Рамзес погибает только сейчас. Бёрнинг и Кью остаются вдвоем. Кью живой до сих пор стоит и танчит в эту всю движуху. Ноуан берет, сыграли Ноуана. Нормально, Ноуан, Ноуан ударит со второй скоки и улетает куда-то очень далеко. Это же Дота 2. За ним черепок, летит черепок. Шрайна нет. Ноуан, Ноуан, Ноуан добьет. Нет, не добивает. Ультракилл сделал Ноуан. Ультракилл. Скан, Дайр заюзали прям под себя. У них что, нет ревижена никакого с собой? У них никакого вижена с собой. Они стоят, ждут. Они стоят, ждут. Они хотят подраться. Они хотят подраться без Бэтрайдера. Зачем, ребят? БКБ же никто не нажимал. Так, Клокверк подкапывает Лил. Врывается Лил сюда же. Паша стяжка. Как больно сейчас будет здесь. IG минус 1. Моментально Бобока дает ему контр-команду. Погибает моментально. Минус 4. Virtus Pro. Да, он спрятался. Думает, меня не видно. Я на самом деле... в идеальной позиции, а тут стрела, стрела мимо, врывается Сумаил, не совсем точно, Артиз начинает грызть Ахайо, просто без маны остается Войд, просто в секунды нажимать стики, но этого не хватает, пошел слип, Эклипс от Луны просто не куда ставится, и Дерри стоит к шторму, Ахасоя, потравим от Сумаила, моментальный минус 3, остается лишь один Тимбер, и его здесь также испепелят. Минус 5, браво, Evil Genesis, просто идеальное исполнение.